списке избирателей на выборах президента Российской Федерации было включено 1 137 087 избирателей. Из них приняли участие в выборах 667 851 избиратель. В целом явка по области составила 58,73% от числа избирателей, включенных в списки избирателей. Напомню, что на прошедших 4 декабря выборах депутатов Государственной Думы в области участие в выборах приняли 53,48%. По Тверской области кандидаты на должность президента Российской Федерации по 100% обработанным протоколов участковых избирательных комиссий имеют следующие результаты. Называю их в той последовательности, как они размещены в избирательном бюллетене. Жириновский Владимир Вольфович 49 384 голоса или 7,4%. Зюганов Геннадий Андреевич 131 591 избиратель проголосовал за Зюганова Геннадия Андреевича или 19,71%. Миронов Сергей Михайлович 32 835 голосов или 4,92%. Прохоров Михаил Дмитриевич 59 302 голоса или 8,88%. Путин Владимир Владимирович 387 308 голосов или 58,02% голосов избирателей, принявших участие в голосовании. Явка по городу Твери, она даже превысила среднеобластную. В городе Твери участие в выборах приняло 59,66% избирателей, включенных в списки. При этом по Заволжскому району явка составила 60,77%, по Московскому району 59,15%, по Центральному району 60,82%, по Пролетарскому району 57,94%.